Сегодня у нас 10 августа. Мы сделали выходной. И погода тоже сделала, взяла выходной. Все утро сегодня поливал дождь. И, наверное, будет еще поливать. Ну, посмотрим, чем это кончится. На озерах сегодня... Я снимаю. Немножко беспокойно. Есть ветер. Ну, даст Бог, унесет чачу. Наступит хорошая погода наконец-то. А вот наш красавец Алексей Ефимович. Он действительно красавец. И настоящий сильный человек. Он смог. Он смог. Мы не смогли, он смог. Сегодня с утра встать и пойти мыть котлы. Будет солнце и тепло. Продолжающими руками, трясущимися от холода. Поймали первую семгу. Юлю поймали. Собирали удочку и поймали рыбу. Большую рыбу. Рыбачишь? Рыбачу. Так, есть. Давай. Есть. О, хороший. Красава вообще, Санек. Ну что, заслужил, блядь, 100 грамм за сбитый, да? Что еще поймал? Покажи там, что еще есть. Я унес домашнего. Сегодня у нас дневка. Нажарили вот такую гору блинов. И чай с салатом пьем. Так-то, ребята, для если что на улице плюс 10, и ветерок такой не слабенький дует. Я не хочу, я не знаю, сбивается. Сбивается. У него Таня просто как конец здоровья, блядь. Порой не так. Люкотною полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только кушанья года порой. Эх, ребята, когда пьете вы вино, мне бутылки вы оставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжа, их я в сумку аккуратно положу. Отнесу я завтра их в съемный пункт. Передаем привет клубу «Вершина», которым нас всегда хорошо кормили, хорошо принимали. Не спи по голоду клубу «Вершина». Давай припев. Приводят правильно.
бычок подниму, горки ты затяну, люкну и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Только кушать готовится порой. Ай, подайте людям не ради Христа, не выгнала мне жизнь, я от нее устал. Помогите прохожим стариком, да не удавайте приходить в куплет, над бедным стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина, я простой совет не помню, я не сделал ведь плохого ничего. Так что ты меня берёшь и не пойму. Вау-в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 ау. Я бычок подниму, горки дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Я домой пошел. Давай, иди домой. Добро пожаловать на сервер «Шизофрения». Шизофрения. Чем знаешь что? Когда мы были на войне, когда мы были на войне, и каждый думал о семье или о своей жене. Оля, а теперь полетела. Давай на взлет пошла. Включай. Рассказывай, Дима, что это за порог? Мы входим в порог «Разбойник». Порог второй категории сложности. Руль правый. Эх, правый махнем, балансик! Правый, правый выгребай. Рули правый, рули! Отлично! Камень объехали. Сейчас будет спад. Что, справа или слева проходим? Справа! Полный, полный, полный! Полный! Гребем, 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 гребем! Давай я на то свет сюда вижу! Правый сильнее! Правый сильнее, давай я порулю! Правый сильнее! Так, держим нос! Правый рули! Левый под тобой! Левый рули! Вообще! Гребем, 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 гребем! Не бросаем лёху, гребем! Есть! Макароны ели с утра, включайте вторую скорость! Гребем, гребем, вору не кидаем! Что с тобой, Юля? Это дождь на улице? Нет, ветер. Мадам, да вы в туалет, по-моему, только что сходили. Вы меня пару раз в туалет опустили. Там в унитаз сели хорошо. Таня, ну-ка повернись. Повернись. У тебя вся моська вообще в брызгах. Вот мы как прошли порог. Да ты моя хорошая. Да ты моя сладкая. Ну слушай, я тебе так через телефон не попаду нифига. Денис, ты будешь рот открывать? Ну спроси. А то, знаешь ли, обманут.
спроси, будешь рот открывать? Круто. Ням-н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 ям. Няма-няма! Сейчас на остров нас. Все, гребем, 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 ребятки. На остров там не надо. Нормально. Хороший, хороший навал. Вот это, да? Нормальная тема. Гребем, гребем, работаем. Эх, котичка! Отлично, отлично, отлично! Ай! Правый греби, 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 выгребай! А что тут написано? Контрольный свет. Потом... Это не то-то, это для фотографирования. Я не то включил, что ли? Не-не, все нормально. Угу. Вот правый давай! 11 августа. У группы полный ходовой день и штурм порогов. Сначала разбойник, а потом порог семиверстный. Почему-то в процессе подготовки порогу семиверстному было уделено мало внимания. Сочли его достаточно простым. Но на месте он смог всех удивить. Главная ступенька у него находится за небольшим поворотом и уходит прямо под правый берег. А если выйти из главной струи чуть левее, оказываешься на камнях. И даже на острове. Приятного мало. Первым этот порог прошел самый большой кат. Их удивление было слышно задолго до подхода к самому порогу. А когда наш катапран подошел, то поняли, почему они удивились. Так, ну что, господа, предлагаю поделиться на камеру, желательно без мата. Что это было? Это было Как это назывался этот порог? Это не порог. Вобля! Да-да-да-да-да. А зачем это снимать? Мы так пройдем на лайте. Назовем этот порог Фубля. Фубля. Пронесло, да? Всех пронесло, говоришь. Был шанс. Штанишки-то постирали, нет? Да, да. Я сразу их спрашиваю. Я ягоду нашла. Я в эти колокольчики постирал, предъявляйте. Давай. Ну куда ты? Я тебе так же могу сейчас показать. Такая же фигня. Если бы ты видел, что мы там сотворили. Догадываюсь. Нет, ты не догадываешься. Если бы мы не были такими тяжелыми, мы были бы на любом другом катамаране. Обычно. Боком. Боком. Всех удивил здоровый плоский обливняк. Это камень, который не видно с воды. Пытаясь обойти бочку, слева кат неминуемо садится на него, но с учетом скорости и массы ката судно проползает по нему, поворачиваясь боком, и один борт успевает уйти в слив. Переворотом это не грозит, но может вылететь участник или незакрепленное снаряжение. Yeah.
Здесь большого спада нету, здесь просто куча камней. Порог Семиверстный – это, по сути, длинный участок реки, в русле которого часто встречаются шеверы, пороги и порожки. Этот отрезок реки очень веселый и заканчивается большим спокойным участком под названием «Жемчужный плес». Очень интересная локация. Стоянок много, но часто заняты. Берега песчаные и высокие. Это единственное неудобство. Зато какой лес. Палаточку ставишь, пол ровный, мягкий. Мхи сухие. Вот где точно хочется остаться жить. Рядом лес с большим количеством дров, грибов и ягод. На плесе играет рыба. Красота. Ты что, скотина, снимаешь? И ты такая же. И меня. Танюша, добытчица ты наша, покажи, что добыло-то. Танюша себе достала рыженькая Танюха, добыла себе рыженькую шляпку. Пиздишь, перед тобой Даня на коленах встаю. Позови меня, извещай моя. Позови меня. Держимся! Полный! Полный снег, ребят! Приехали! Команда! Босиком, вот женские крашеные ножки ходят. Кстати, они проходят по белуге. Вот здесь вот видно хвост белуги. Таня! Вот ее тело, вот ее крылья, плавники. А рядом находится галера. Причем это все описано. Вот она, галера выдолблена.